В октябре Беларусь станет дискуссионной площадкой для докторов из более чем полусотни стран. Об этом сегодня журналистам заявила начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан. Обсудить перспективы развития отрасли на ближайшие 5 лет на примере белорусской модели в Минск приедут министры здравоохранения 53 стран, представители таких престижных организаций, как ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕЙДС, а также Международного агентства по изучению рака. Планируется официальный визит генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан. И еще одна новость накануне Дня медиков. Минздрав намерен расширить полномочия участковых терапевтов. То есть другие специалисты в данном случае должны использоваться как вспомогательные. Все равно пациента вести, быть его лечащим врачом, должен участковый врач. Он может делать осмотры как лор-врач, он может осматривать как офтальмолог. Естественно, если надо будет выполнить какую-то офтальмологическую операцию, то это нет. Но назначать лечение при катаракте, при начальных стадиях глаукомы. В оснащение участкового терапевта войдут планшет с возможностью входа в базу данных поликлиники и доступом к амбулаторной электронной карте пациента, мини-портативный электрокардиограф, глюкометр, неврологический молоточек и небольшой отоскоп.